Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео будут интересные серьезные темы с лайфхаками и интересными новостями. Вначале покажу трех победителей по 500 золота из прошлого видео, которые оставляли комментарии. Под этим видео тоже можете оставлять свои комментарии. В конце пишите никнейм. Случайным образом выберу троих, которые получат по 500 золота. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии с никами. Первая новость, которую хочу рассказать, это лайфхак, как пройти комфортнее, быстрее и менее напряжно марафон, который будет в конце лета. У нас стартовал боевой пропуск 11 сезон. Чтобы его проходить, нужно играть на танках. На каждом танке с 6 по 10 уровень есть лимиты очков. Когда лимит очков на танке заканчивается, вы получаете бонусом еще немножко очков в боевой пропуск. Так вы быстрее проходите боевой пропуск. Ни для кого не секрет, что на низких левелах лимит на каждом танке меньше. Вы намного чаще получаете бонусом очки. И этим вы проходите быстрее боевой пропуск, чем на высоких уровнях. Поскольку на высоких на каждом танке лимит очков намного больше. Вы намного реже получаете бонусы за завершение лимита очков на танке. Так вот, в чем лайфхак? Четвертая бонусная глава боевого пропуска, которая является марафоном на премтанк, активируется в любой момент после того, как она начнется. И когда она начнется, можно заранее к этому подготовиться тем, что на каждом танке, на котором вы хотите с 6 по 10 уровень, довести лимит очков на каждом танке до такого состояния, чтобы там оставалось буквально чуть-чуть до конца, буквально очков 10, чтобы потом за 1-2 боя добить эти очки именно уже в 4 главе, когда вы ее активируете. Тем самым вы в 4 главу сразу будете закидывать бонусные очки за то, что завершили лимит очков на танке. Тем самым вы с кайфом быстрее и приятнее пройдете марафон на премтанк. Надеюсь, я понятно объяснил и до вас дошло, что я хотел сказать. Поэтому, если у вас есть много шестерок или семерок, там низких уровней, на которых быстрее получаются вот эти бонусные очки за то, что вы закончили на танке лимит очков, можно их подготовить к этой четвертой главе. Если вы занятой бизнесмен и у вас нет времени марафоны проходить, но время от времени вы играете, вы хотя бы можете заранее подготовиться к этому. На низких уровнях боевой пропуск проходится намного быстрее, имейте это в виду, потому что вы намного чаще получаете бонусы, потому что на каждом танке на низких уровнях лимит намного меньше. Уже математически все танкисты высчитали, они же умные, что на низких уровнях быстрее проходить. Я надеюсь, что вы этим пользуетесь. Следующая новость — это про новый рейтинг, который у вас украл там ваши рейтинги, очки там какие-то, вы там вообще в слезах сидите. Я был статист-нагибатор, вышел новый патч, все, я рачок с клешнями. Короче, в чем суть нового рейтинга по сравнению со старым? На самом деле он всегда был с нами рядом, он местами в игре показывался, но он не считался как основной, он все это время тестировался, дорабатывался, там замудренная формула дорабатывалась много лет. Вот они ее доработали, добавили в игру. В чем прикол всего этого? В том, что за последние 3 месяца именно игровых, что вы играли, показывается ваша статистика. Не статистика 10-летней давности, как в прошлом рейтинге. Вот вы сидите такие, вот я наиграл себе статистику, она вся такая крутая, распрекрасная, выходит патч, и у вас циферки снизились в рейтинге танков. Но они снизились, потому что вы вот сейчас, за последнее время, значит, играли хуже. А то, что вы набили когда-то тогда, оно осталось в прошлом рейтинге. Вот ваш настоящий скилл показывается в этом рейтинге. Поскольку там рассчитывается на каждом танке, насколько хорошо вы играете. Причем там учитывается и танкование, и уроны, и все остальное. Все как надо. Если танк про броню, то он про броню. Если про урон, то про урон. Поэтому не надо вот это вот обманывать самих себя. Этот рейтинг показывает то, что должен показывать. И даже больше скажу, что очень легко максимальные рейтинги даются. Если у вас очень маленькие циферки, и вы думаете, что да как так, я же там статист-нагибатор. Вы даже не представляете, насколько у некоторых людей зашкаливает этот рейтинг за счет того, что они играют очень хорошо. И показывают на каждом танке невероятные результаты. То, что вы заслужили, то вы в рейтинге и получаете. Ничего ни у кого не украли. Просто этот рейтинг учитывает, как вы сейчас играете, а не как вы играли 200 лет назад. Тем более, это намного справедливее, поскольку в прошлом рейтинге ваша куча боев вас тянула на дно, и вы от нее не могли никак избавиться.
из-за чего некоторые хотели сбросить статистику. Но эта статистика более справедливая, поэтому не вижу смысла на нее жаловаться. И в конце еще немного так затрону некую тему, которую я не озвучил в новостных видео, но сам воспользовался ей и на стримах про нее говорил неоднократно, несколько раз я упоминал, что там в позапрошлом патче цены на танки были одни, потом вышел патч, цены поменялись, танки некоторые стали дороже, особенно низкие уровни. Я специально к этому подготовился, накупил кучу низкоуровневых прем-танков, выкупил их там и в следующем патче их продал. Я потратил около 15 миллионов серебра, а наварился чуть ли не в два раза больше. Поскольку там новая ветка выходила, я ее еще купил, еще туда-сюда там тратил серебро, покупал танки. И я еще и в плюсе остался все равно. То есть я потратил 15 и чуть ли не 15 наварился. Не знаю, я точно не высчитывал, но очень много в плюс я ушел. И даже сейчас, когда цены изменились, все равно через заявку в ЦЦП можно восстановить прям танки по старой цене один раз. И потом продать их и опять навариться. Некоторые люди сидят этим занимаются, там танки по одному разу перепродают и навариваются в серебре. Поскольку не знаю до какого там числа, не объявлено, просто сказано, что пока что выкупается по старой цене. Можно особенно на ЛТшках навариться и получить кучу серебра. Мне, честно скажу, лень сидеть и выкупать, перепродавать танки, поэтому я этим не занимаюсь. Но низкие уровни в ангаре я быстро поклацал, накупил и в следующем патче продал, и я, да, наварился очень хорошо по серебру. Я это озвучивал на стримах, это и в новостях танковых было известно, что цены меняются. Можно было сообразить, что в следующем патче их дороже будет продавать. И даже сейчас можно навариться в серебре, если танки восстанавливать по старой цене и продавать по новой. Но они только один раз восстанавливаются по старой цене, потом уже систему не надуришь. Также не забывайте про табель-календарь, что можно заходить в него каждый день, клацать и получать награду в ангаре потом. Кстати, было бы удобно, чтобы в ангаре была где-то такая табличка, на которую нажимаешь, переходишь на сайт, нажать в табель-календарь. Странно, что такое сразу не сделали, но и не факт, что сделают. Также не забудьте на сайте активировать бонус-код с Днем России. Там есть боевые задачи, розыгрыши, там есть камуфляж, X5 в подарок, 3 дня према, декальки, эмблемки. Зайдите на сайт, нажмите кнопочку, получите все награды, там их куча. И все на халяву, даже для корабликов есть награды, если вы играете в корабли. Эта новость буквально вчера появилась, можно зайти на сайт и там поклацать. Да, как обычно, надо заходить на сайт, кнопочки нажимать, но награды в этот раз повесомее, чем обычно, не какая-то там ремка с аптечкой. Поэтому, я думаю, стоит зайти понажимать. На этом у меня все. Все, что я хотел в этот раз рассказать, рассказал. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока.